Постоянно смотрю, как мучаются ребята, складывая после тренировки ком кайки, запихивая в себе в сумку и тем самым совсем не экономят пространство. А это здорово для тех, кто любит огромные суммари, в которых можно хоронить небольших людей, сложенных пополам. Но те ребята, которые предпочитают ходить с небольшими сумками, должны, пожалуй, заботиться о том, чтобы сложенная ги занимала как можно меньше места и по пути на тренировку, и по пути с тренировки. Собственно, покажу для тех, кто, может быть, еще не знает, базовый, простейший способ складывания ги, которому меня научили еще при царе Горохе, когда я в детстве ходил на 3-4 тренировки по дзюдо. И для данной демонстрации я буду использовать ги бренда Codex. Это новая модель, которая еще не вышла в продажу и в данный момент тестируется в узких кругах пользователей. Competition ги, специальная русская версия, Russian Edition, 350 грамм, идеальная штука. Хотя что я рекламирую, продаж-то пока нет, но вы имеете в виду. Итак, мы раскладываем ги. Ну, конечно, нам понадобится, допустим, в условиях раздевалки чуть более широкая лавка, чем обычно, но это можно сделать и на татами. Раскладываем ги аккуратненько. Кладем штаны, также максимально разложенные. Особенно удобно это делать, когда ги влажные после тренировки. Заворачиваем эту матню, чтобы она нам не мешала. И далее все просто. Далее все просто. Торчащие штаны мы подворачиваем, сворачиваем ги в 3 оборота. 2, 3. Вот такой вот небольшой кулечек. И используем для нашего дальнейшего эксперимента, скажем, спортивную сумку того же бренда Codex. В данный момент это модель цвета хаки. Самая маленькая сумочка из всех возможных сумок семейства Codex. Иди у нас аккуратненько помещается и остается место. Как для тапочек, полотенца, геля и прочего. В общем, все компактно, аккуратно, в таком компактно сложенном состоянии ги здорово вмещается в специальный мешочек для джитсеров от White Belt Mafia. Непромокаемый, двухслойный, офигенный мешочек. Не на правах рекламы, но тоже продается. Ох, что это мне мешается тут. А, во! Полгода искал бумажник. Вообще здесь можно хранить документы, например. Запихиваем. Остается, как вы понимаете, еще масса места. Надеюсь, видео вам оказалось хоть чуточку полезным. В общем, экономьте пространство. Вообще экономьте. Времена нынче суровые. Берегите себя.